То, что Крым вернулся обратно на свою родину, это огромная победа. И не знаю, то есть у меня там нет недвижимости, но я чувствую, что, знаете, что-то такое свое присоединилось ко мне. Хотя я что, я же человек, но я как, может, в масштабах уже всей страны как-то живу и чувствую. Я горжусь. Когда я снималась там в кино, вот мы снимали этот «Вояж Степаныч», я помню там дикую разруху прекрасных добрых людей, которые живут в страшной нищете, вот реально в страшной нищете. И эта природная красота, которая брошенная, которая вообще никем не освоена, я надеюсь, я больше того, я уверена, что скоро эта земля облагородится и как бы будет часть земли, где люди по-другому будут жить, а мы будем с удовольствием проводить там время. Действительно, я вот не хочу, может быть, даже сейчас в Италию свою любимую уезжать, я с удовольствием бы прокатилась бы по Крыму, по Сочи. То есть как в старые добрые времена, когда Сочи это была там даже как бы юг Франции, да, мы все отдыхали в Сочи. Не крути бороду.